Ну а кому не удалось далеко уехать от закона, расскажет Владимир Королев. Последняя информация о происшествиях на больших дорогах нашей страны. Малопонятный инцидент в Минском районе сейчас выясняют инспекторы ГАИ. На трассе М1 Мазерати врезался в велосипедиста, а после автомобиль загорелся. Это все, что осталось от спортивного седана. Почему Мазерати воспламенился, еще только предстоит выяснить. Дорожная милиция проводит проверку, назначен ряд экспертиз. Сам водитель не пострадал, а вот пешеход, который в момент ДТП шел по обочине с велосипедом, куда-то пропал. Сейчас его, как свидетеля, ищут инспекторы. В Гродно автоледи на «Фольксвагене» попала в аварию, слушая советы приятеля-бесправника. Инцидент случился вечером у здания областной ГАИ. Водитель нарушила требования дорожных знаков. Вопреки запрету поворачивать налево, она совершила такой маневр по совету своего друга, в результате чего «Фольксваген» врезался в «Ауди». В аварии есть пострадавшие. Травмы получила пожилая свекровь автоледи, которая ехала на заднем сиденье. Дама была госпитализирована. Позже в дорожной милиции установили, друг, который посоветовал повернуть налево, не имел водительского удостоверения. Выезд с парковки для этого внедорожника в Борисове оказался весьма проблематичен. Это подтверждает и запись регистратора, одного из очевидцев. Продолжительное время Volvo крутился на парковке, но потом, отчаявшись выехать по всем канонам дорожного движения, автоледи на ум пришла гениальная мысль – поехать на пролом по тротуару. Бордюр для столь весомой машины не помеха, но дама не учла наличие клумб. Взгромоздившись на такое препятствие, джип сдался. У Volvo отвалился бампер, а сама водитель, подобрав остатки бампера, уехала прочь.